Для установки расширения вам необходимо зайти на сайт svitebs.com. На главной странице внизу экрана вы увидите три иконки. Для установки расширения в браузерах Chrome, Safari, а также Firefox. Рассмотрим на примере Chrome. После успешной установки расширения мы автоматически переходим на официальный сайт Svitebs. Если вы не авторизированы в своем личном кабинете, то необходимо будет нажать на кнопку «Войти». После установки расширения в правом верхнем углу появился значок Svitebs, при нажатии на который появляется меню. Вы можете перейти в магазин напрямую из расширения. Или вы можете воспользоваться обычным поиском. Если магазин подключен к кэшбэк-платформе, то цвет значка расширения станет красного цвета и также появится уведомление. Для активации кэшбэка необходимо нажать на кнопку «Активировать». Кэшбэк успешно активирован. Теперь вы можете совершить покупку, как обычно. После оплаты заказа кэшбэк будет начислен в ваш личный кабинет Svitebs. Также вы можете добавить понравившийся вам магазин в избранное. Для этого необходимо зайти в раздел «Магазины», выбрать «Любимый магазин» и нажать на звездочку в правом углу. Таким образом, ваш любимый магазин появится в разделе «Избранное», и вы сможете покупать со сладким чувством вместе со Svitebs.